Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня готовим фаршированные перцы. Разноцветные и сочные. Рецепт, как всегда, под видео. Для начинки я взяла куриные окорочка. Кожу сняла, лишний жир нам не нужен. Мясо нарезаю мелко. Конечно, можно использовать фарш, но кусочками будет сочнее. Лук порежу мелким кубиком. Люблю сочетание белого и красного лука. Добавлю еще мелко нарезанный зеленый лук для цвета и аромата. Чеснок пропускаю через пресс, но можно просто мелко порезать ножом. Чтобы начинка получилась более сочной, добавлю мелко порезанный помидор. И обязательно зелень. Лук, кинза и петрушка. Подходит все, что вы любите. А теперь добавляю пряности. Соль, черный молотый перец, хмели сунели, карри, немного сметаны и все хорошо перемешиваю. Очищаю перец от плодоножек и семечек. Моя маленькая Фрося дождалась кусочек любимого перчика. Перцы почистила и теперь наполняю их начинкой. Выкладываю в форму для запекания. Воду и масло добавлять не буду. Я всегда беру разноцветные перчики, так блюдо получается ярким. Перцы можно закрыть крышкой или фольгой и отправлю в духовку запекать при температуре 180 градусов на 40-45 минут. Друзья, подписывайтесь на наш канал, не пропускайте новых рецептов, оставляйте лайки и комментарии, если вам понравился рецепт. На мелкой терке натираю сыр и посыпаю сыром готовые перчики, отправляя в духовку еще минут на 5. Перчики готовы, аромат изумительный. Рекомендую всем. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита!